Привет всем нашим подписчикам. Хочу поздравить всех с праздником. Но опять же, не всех, да, мужчин, а именно тех, кто принадлежат к этому празднику. Всем тем, кто служил, всем тем, кто уже на пенсии, всем тем, кто служит в данный момент, и как не прискорбно тех, кого уже с нами нет. Всех с 23 февраля, с Днем защитника Отечества. Вот, и только вперед, как говорится. Сегодняшняя тема наша будет, отличие наша от других залов, которые есть в клубе. Первое – это система посещения. Наш зал работает только под персональные тренировки и только под групповые тренировки. Что это значит? Это значит, у нас есть определенная программа общей физической подготовленности, которая расписана на год вперед, которую мы покупаем. Мы покупаем отдельно программу по гимнастике, мы покупаем отдельно программу по кроссфиту, мы покупаем отдельно программу по мобилити. Да? Три программы у нас в зале, и по этим программам мы тренируем наших учеников. С понедельника по пятницу работает наш зал. С 7 утра до 8 первая группа, с 8 до 9 вторая группа. И начинается уже вечернее время, значит, с 6 до 7, с 7 до 8, с 8 до 9. В субботу мы работаем 2 часа, это у нас получается, значит, с 10 до 11, и с 11 до 12. Для чего мы это делаем? Объясняю. Так как многие люди не попадают на буднях в одно время, мы делаем в субботу меньше часов для того, чтобы вы вместе друг с другом могли посоревноваться и зарубиться, встретиться, пообщаться. Чем выгодны наши абонементы? У нас есть абонемент разового посещения, стоит это 1000 рублей разовое посещение. Есть посещение безлимитное. Это ходи хоть каждый день, если тебе хватит сил. Безлимитное посещение стоит 8000 рублей. Что ты получаешь за эти 8000 рублей? Ты получаешь хорошую кардиотренировку, хорошую силовую тренировку, хорошую гимнастическую тренировку, хорошую мобильность, хороший стрейчинг и общение с людьми. Так как кроссфитом занимаются достаточно интересные люди, разносторонние. Вот. Персональные тренировки у нас также идут по тяжелой атлетике, по гимнастике у нас проходят персональные тренировки, точно так же по бегу. Есть человек, который тоже может тренировать по бегу отдельно. Это будет у нас аутдоры, они будут ближе у нас к лету. Наш зал заточен именно на общую физическую подготовленность. Ни за одну тренировку нигде ты не потеряешь столько калорий, да, сколько ты потеряешь у нас именно в зале. Плюс ко всему ты приобретаешь новые навыки, начиная от гимнастики, начиная там от бега. Работа на гребном тренажере, работа на лыжном тренажере, работа на саутбайке. Работа со штангой, работа с гантелями, работа с гирями. Ты развиваешься полностью, узнаешь что-то новое. Постоянно прогрессируешь твое тело. Вот у нас те люди, которые ходят на протяжении месяца уже, да, очень сильно трансформировались. И это замечают не только они, замечают те люди, с которыми они ходят на работу, им про это говорят, замечают те люди, которые тренируются в зале. Программа рабочая, программа работает, но все должно работать в совокупности, да. Тренер вам все объясняет, все показывает. Вы должны ходить как минимум 2 раза в неделю, а лучше 3. Не пропускать четверг, потому что в четверг у нас кардиотренировки. У вас должен быть режим, должна быть система тренировочная. Да? И наша задача, почему мы сделали так, то что зал не работает все время. Захотел, пришел в это время, захотел, пришел в то время. Это получается безрежимная работа. И как бы зал не должен подстраиваться под каждого. У нас именно кроссфит. Это поставленная работа, поставленная система, которая проверена уже годами, которая работает. Группы проходят в одно время, и будь добр записываться, будь добр приходить и выполнять как бы те условия, которые ты должен делать. Значит, очень много у нас с вами суставных движений. Что это значит? Суставные движения – это когда в работу задействовано когда в работу задействовано очень много суставов, там локтевой сустав, да, плечевой сустав, тазобедренный сустав, да, коленный сустав, голеностоп тоже, да, и организм получает, например, вот трастера, казалось бы, садишься и штангу вверх выкидываешь, работает все тело,
полностью работает все тело. А если ты еще грамотно составляешь работу с хорошим отдыхом, да, и с кардио, подключаешь еще кардио в процесс, например, грибной тренажер, или подключаешь assault bike, лыжный тренажер, ты можешь держать пульс в определенной зоне, да, и делать огромную, как говорится, огромную работу за промежуток времени, вырабатывая, да, там, мощность. Вот, в принципе, весь кроссфит на этом и рассчитан. И через время, через определенное, твое тело начинает меняться. Ты делаешь за неделю столько движений, сколько ты в фитнес-зале, чтобы сделать, тебе нужно, не знаю, туда полтора месяца ходить. И ты становишься более мобильней, более активней, развиваешься во всех направлениях в 10, да, в кроссфите у нас вообще 10, там, сила, точность, скорость, ловкость, еще что-то там, забыл я уже, вот. Поэтому, ребят, вы можете, конечно, мне не верить, да, но те, кто уже к нам ходят, они в этом во всем убедились. Всем ребятам нравится, вот, абонементы, люди продляются, никто не отсеивается, прогрессируют. Я надеюсь, что летом у нас получится сделать площадку рядом с залом, вот такой план. Масштабировать это больше, для того, чтобы люди занимались и понимали то, что все доступное можно получать за более меньшие деньги. Да, и работать в команде, и масштабировать это, рассказывать это своим друзьям, приводить своих друзей в зал, заниматься вместе, становиться только здоровее, да, и проводить свободное время в зале, выполняя какие-то комплексы, а не за столом в баре пить винишко и есть тортик. Да. Есть куда интереснее дела. Точно так же мы с вами будем делать выезды совместные, кемпы у нас будут летом, будет кемп, который мы скоро будем набирать от нашего зала. Будут летние беговые тренировки у нас с вами. В дальнейшем, может, еще постараемся подключить бассейн. Для города это достаточно такой новый спорт, да, который развивается именно узкоспециализированно, да, кроссфит развивается только кроссфитом у нас в зале. И менять мы свою систему не будем никак и ни в коем случае. У нас люди приходят, кидают штанги, у нас люди делают гимнастику, у нас люди едут на грибных тренажерах, плывут, у нас люди на лыжах, на велосипедах, на всем. Сюда люди приходят работать в первую очередь, тренироваться за результатом, и затем они знают, зачем приходят сюда к нам. А если ты хочешь прийти и послоняться между тренажерами и записать сторис, ну, тогда это не к нам. Хочу сказать еще раз всем спасибо подписчикам, которые нас смотрят, которые к нам еще не пришли, но, может, думают прийти к нам. Мы вас ждем. И верим в то, что вы наконец-то созреете. Не будете ныть, то, что у вас там что-то болит. У меня там болят колени, у меня там болят суставы. Они у вас и будут болеть, пока вы не начнете заниматься своим здоровьем. Вот, а именно это заниматься у нас в зале. Тянуться, растягиваться, делать мобильность, начинать приседать. Само ничего никогда не изменится. Поэтому, ребят, мы всех ждем. Приходите. Вот, и с вами Руж Жабарыч. И наш зал CrossFit Brothers Королёве. Подписывайся и ставь лайки. Покидаю.